Организация «Деловая Россия» создана в 2001 году. За два десятилетия успешной деятельности она объединила более 3000 предпринимателей. На предприятиях «Деловой России» работает почти 1 миллион человек. А общая выручка за год превышает 2 триллиона рублей. Представители организации входят в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, совещательные и экспертные структуры федерального и международного уровней. Организация представлена в 78 субъектах России, включая Москву. В 2019 году в столичном отделении создан Центр правовой поддержки бизнеса. В нем проводят разъяснительно-информационную поддержку, консультации по юридическим вопросам для предпринимателей и членов «Деловой России», разработку экспертных решений для конкретных бизнес-ситуаций. Исключительной компетенцией Центра является курирование и реализация соглашений о взаимодействии «Деловой России» и контрольно-надзорных органов. Это позволяет выявлять и пресекать излишнее давление на бизнес. Центр правовой поддержки бизнеса курирует соглашения, заключенные «Деловой России» с государственными и контрольно-надзорными органами. Отправить обращение в Центр можно через форму на официальном сайте Центра, либо по адресу на экране. Консультации по вопросам подготовки и подачи обращений предоставляются по телефону. +7 499 490 49 26.